Вопрос. Если человек не уверен в своем тавафе, должен ли он совершить земной поклон из-за забывчивости, учитывая, что обход Каабы является формой молитвы? Ответ. Хвала Аллаху. Он не должен совершать земной поклон, потому что саджда не является частью тавафа. Если обход вокруг Каабы не включает в себя земной поклон, то для чего его совершать из-за сомнений? Хотя в самом тавафе вообще нет земного поклона. Отвечал Ибн Росеймин. Смотрите мазмур аль ибн Усеймин, том двадцать второй страница триста сорок седьмая